Привет, друзья! С вами Татьяна. Мы находимся в Океан Плаза. Смотрите, какую одежду продают Маркан. В таких зеленых тонах очень много. Симпатичная одежда. Тед Беккер продают очень много одежды в розовых тонах. Вот, смотрите, какая прелесть. Марк Аурель, вот такая одежда в сиреневых тонах. А пойдем мы с вами сегодня в Манго и более конкретно рассмотрим модели и цены. В Манго активно идут скидки. Видите, вот по 400 гривен. Такая одежда, здесь платье по 500 гривен. Вот такая одежда. Вот такой сарафанчик. Отсрочка контрастная. 500 гривен, это 15 евро. И вот такой. Смотрите, как хорошо смотрится. Здесь накладные карманы. Сейчас же мода на накладные карманы. Так что, кому нравится, вот можете примерить такой коротенький сарафанчик. 400 гривен, 12 евро. Вот такой вот сарафан на тонких бретелях. Тренд Горох. Конечно же, идет скидки на обувь. Смотрите, вот обувь с острым носом. Анималистичный принт. Это, например, стоит 1000 гривен, 31 евро. Анималистичный принт, то же самое. 31 евро. По 500 гривен. Вот платье тоже из такой плотной ткани. Здесь интересно, видите, отсрочка. Есть еще черное. Оранжевый. Очень коротенькое. 700 гривен, 22 евро. И вот такое вот платьице тоже скомбинированное. И еще вот такая вот расцветочка. И такое длинное платье, тоже 500 гривен, 15 евро. И еще вот такие платья, вот клеточка и однотонно бордовое, длинное. Оно трикотажное, есть еще серый трикотаж. Такое вот черное. И вот еще такое платье с огурцами на лето, то что надо. И вот такое темно-зеленое, в горошек, в белый. Тоже симпатично смотрится. Здесь платье по 800 гривен, 25 евро. Такой же цене и комбинезоны. И вот такое платьице на пуговицах. Симпатично смотрится вот это вот платье в клеточку. Здесь вот затяжка на поясе. И вот такое вот красное платье. Тоже такая же цена. Здесь присборенный рукав. В тренде. И вот такое. И вот такую длинную полоску. Интересно, здесь цвета такие на платье. Анималистичный принт, платье с запахом. И вот такая вот зеленая клетка. А эти платья по 1000 гривен, 31 евро. Смотрите, какие здесь. Вы их помните, наверное? Помните эти расцветки? Я многое показывала. Вот платье лен, длинное, на пуговицах. Карманы накладные, опять же. И вот такой мелкий цветочек. 1500 гривен, 46 евро. Вот это платье. Помните, мы уже мерили когда-то это платье. Сейчас оно на скидках. 2062 евро. Вот такое вот классное кружевное платье красного цвета. Здесь сиреневый цвет платья. Очень длинное. Вот это уже новая коллекция. Вот 1000 гривен рубашки, 31 евро. Такие вот брючки. И смотрите, к
какого цвета. Есть еще брюки. Такие 1000 гривен тоже. Пуловеры 31 евро. 2372 евро. Вот такие вот пиджаки. Зеленые и черные. И видите, под них эти брючки. И вот смотрите, новая коллекция. Какая тональность. Все равно есть анималистичный принт. И обувь, и одежда, и белые сапоги. Сапоги 218 евро. 7000 гривен. И смотрите, какое платье. Вблизи его рассмотрим. Стоит оно 2300 гривен. 72 евро. Разрезы внизу. Юбка такая широкая здесь. Видите? И вот такие разрезы. Такая же есть юбка. Вот она 2000 гривен, 62 евро. 1400 гривен, 44 евро. Вот такая вот белая рубашка. Накладной карман один и широкий очень рукавчик. Вот такая. Вот новые полсапожки. 4000 гривен, 125 евро. Видите, такой каблучок в нем. Есть еще рубашки этого анималистичного принта. 2000 гривен, 62 евро. Кроссовки 5156 евро. Еще вот такое платье. Видите, я постоянно обращаю внимание, что очень много анималистичного принта в продаже. 1800 гривен такое платье. 56 евро. Комбинезончик 2000 гривен, 62 евро. Еще с черной и коричневой. 1400 гривен, 44 евро. Вот такие рубашки. И вот белая в серую полосочку. Еще вот такие есть. Смотрите, чисто белая со строчкой. 1000 гривен, 31 евро. Вот такая. И есть еще пиджачки. Стоит 3000 гривен, 94 евро. И вот еще такие есть половерчики. Это вот и новая, и старая коллекция. Здесь комбинировали. Вот эту одежду я вам уже показывала. Юбку и этот свитер. Вот это вот розовая рубашка тоже интересная. Вот смотрите, девочки, как одели манекенов. Подсматривайте и применяйте, когда составляете свои луки. Вот еще платье с запахом. Тоже 1000 гривен. 31 евро. Смотрите, какие тоже есть одежда. Такая вот пальто. Елочка здесь. 5156 евро. 1400 гривен, 44 евро. И вот такое вот красное платье. Ой, пальто, господи, извините. Такие вот рубашки. И вот одежда красно-черно-белых тонах. Вот такое вот платье трикотаж. 1400 гривен тоже стоит. Такой же крой, вот только другая расцветка. Смотрите, есть тоже красные сапоги, кроссовки. Вот новые босоножки уже поступили. Можно прийти, примерить, что вам понравилось. 5156 евро. Вот такая красная курточка. И вот такие есть блузы. Черный горох. Сапоги 3094 евро. И вот такие сапоги 4600. И смотрите, какие интересные босоножки. Они такие белые, но немножко серым отдают. Такой подтон. 2000 гривен, 62 евро. Такой каблучок интересный у них. Вот еще черный комбинезон с контрастной строчкой. 3000 гривен, 94 евро. Вот такой свитер тоже 1400 гривен. 1400 гривен, 44 евро. Вот такой горох. И здесь такие пуговички. Простой черный пиджак. 4000 гривен, 125 евро. Есть еще вот белые такие свитера. Оверсайз 2000 гривен, 62 евро. Хорошо смотрится, мне нравится. Легкие черные льняные брючки 2000 гривен, 62 евро.
Здесь такой вот пояс. Видите? Столько одежды. Здесь, наверное, нужно по категориям вам, девочонки, показывать. Отдельно обуви, сумки, отдельно верхнюю одежду. Как вы считаете? Потому что очень много всего. 1400 гривен, 44 евро. Вот такая вот клетка на брюках. Такие брюки винного цвета, 2000 гривен, 62 евро. Вот такой пояс. Платьице 2372 евро. Такой тоже принт. Очень интересный. И такая интересная бордовая обувь, сапоги. Видите, какие? Каблучок тоненький, но цвет очень красивый, винный. 4600, 143 евро. Свитер 2000 гривен, 62 евро. Девочки, кому нужны строгие костюмы в офис, смотрите, пиджак 3000 гривен, 94 евро. Брюки обычные 2000 гривен, 62 евро. Такая защипа, интересные брючки. 6000 гривен, 188 евро. Вот такое вот пальто винного цвета, тоже очень красивый цвет. 2372 евро. Смотрите, опять анималистичный принт. Очень его много в коллекции. Если вы накупили, носим, не стесняемся, вы в тренде. Смотрите, еще вот такая красивая одежда. Девочки, я вам, наверное, сниму отдельное видео по отдельности, как я уже и говорила. Смотрите, какой костюм. Верхний нет, по 1800 гривен. 56 евро. Очень нежно смотрится. И одеть еще молочного цвета обувь, либо же вот такую вот коричневую, будет замечательно смотреться. Взять сумочку. Вот, смотрите, еще какие 2300 гривен. 72 евро. И вот. Такие белые. Это вот сумочка 800 гривен. 25 евро. Такое пальто 5000 гривен, 156 евро. Ну, друзья мои, я буду заканчивать. Напишите мне, хотите ли вы продолжение. Здесь очень много чего можно рассматривать. Очень красиво, очень интересно, элегантно. Вообще мне манго нравится. Если вам понравилось, ставьте лайки. Можно и дизлайки. Подписывайтесь, новенькие. Вам не трудно, мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока. Такая вот девушка. Пока-пока.